Одним из типов автоколебаний являются релаксационные колебания, когда энергия, поступающая в систему, периодически резко сбрасывается. В демонстрируемом устройстве вода из водопровода постоянно наливается в корыто, прикрепленное сверху к горизонтальной стальной ленте, концы которой закреплены на стойках. После достижения определенного уровня воды в сосуде он теряет устойчивость и опрокидывается, освобождаясь от воды. Упругая лента возвращает его в исходное состояние, и процесс повторяется.